Всем привет, зрители моего канала, с вами Антромир. Сегодня мы продолжаем проходить Tom Clancy's The Division. И вот я уже добежал до следующей миссии, называется она КПП в тоннеле Линкольн. Итак, тут я уже видел кого-то, либо это были бандиты, либо, не знаю. Ну, скорее, да, тут чистильщики, но это бандиты. Вот. Надо аккуратненько. Тут у меня была винтовка где-то, вот она. Нах это. О, там несколько. На, тварь. Ух ты, какой умный. У меня бронежилет есть. Хорош, причем. Вот. Смысл его не бери. Закарма. Ну сдохни, если гоу. На. Так, продвигаемся дальше. Дальше. О, тут военные валяются. А, это наши. О, тут какой-то был жесткий замес. Да, машин много. Тоннель закрыт. Тоннель closed. Там нет снайпера. Не до вылези. Если с ним такую башку на... О, есть, убил. Ну что тут так много, гранаты. Давай, высунь. Ну вылазь. Нахер тебе. Ой, я их что, убью? Ок. А, нет, вон он. Вон он, вон он. Ой, я даже простреливаю. А, вон. Как у нас тут? Что у нас тут есть? Патроны. Патроны. Мой припас. Ну как там что есть? Оп. Серьезно, тут можно было просто подорвать их. Уй, всех. Идем дальше. У нас тут какой-то тоннель опять. Вау. Капитан, они прорываются к тоннелю и палят от них подряд. Да все, я иду. Сколько иду. Же их налетели, как саранча? Не пропускать! Сейчас спасем вас. Воу-воу-воу. Налетели, как саранча. Правильно говорю. Баба! Сдох! Засаду устроили здесь. На! На! Куда я их выношу, как же? Внимание! Где-то новые сбоку, силы здесь. Противника. В смысле, меня что карта бьет? Что, надо мной? Нет. Ой. Жестко. Там ну, наши что-то фигово помогает. Кстати, бронежилеты мне как-то слабо слышат, но это не выглядит. Для них это мало. О, все. А, где гнида? А, вон она сидит. Фонарик, он сейчас уберет, типа меня решил. Кто где-то еще? Это свои. Ой, я слепой. Юзы. О, нахуй, о, там винтовка какая-то упала. Упала, стоп, а как мне туда пробраться? Там какой-то утки. А, вот лестница. Подождите, мне надо залезть. Ваша перестрелка подождет. А что у меня тут? Не, говно бронежилет. На. Пол, я тут отсюда все и вся вижу. О, где? А вон. На. Капитан Бенитос, это Фейлау.
Мы агенты спецотряда, и мы зачистили вам периметр. Подключаю вас к нашему каналу связи. Направите нас туда, где мы будем нужнее всего. Это хорошая новость, но плохих новостей у нас больше. Несколько этих ублюдков прорвались и теперь минируют шлюзовой затвор. Они будут выбираться отсюда любой ценой. Если бомбы взорвутся, вы знаете, что с нами будет. Надо выбираться типа отсюда. Окей. Типа нам этих надо спасти. Так, тут где-то лежал лут, он, видимо, пропал. Какого-то фига. Перевозим. О, тут нет аптечек. Кстати, прикольно, двери закрываются. У всего транспорта. Так, подходит, так. Оп, все, закрыл. О, ментовская тачка. Опа, она сейчас нежданчик будет. Стоп, это снайпер или кто? Слушай, я пришлю сапера, она разберется с бомбой. Прикройте ее. Она винтовки перезарядится. Ой, гнида. А, это свой. Прикрой меня. Пугает. Я ее обезврежу. Сейчас лах-баба будет. А, типа, пока он минирует или что? Внимание! К вам приближается противник. Хочу понять, не могу, он что, пока минирует или... Ага, туда упадет сейчас. Не-не-не-не-не-не. Хотите сделать вот так вот? Буду. О, одного граната. Ну, это типа босс. Нихера он не босс. О, нахуй. Внимание, приближается противник. Да я знаю. Долго он еще там будет? 2 минуты. Зарашил кто-то и все. Еее. Так что до 8 уровня это пошло. Прикольно. Ну долго там. Что вообще делать? Что взорвать это надо? Кошки. Так прикольно. Очень тихо. Долетели еще сделать можно. Тупо на одной позиции сижу за одним ящиком. Буквально минута осталось. Давай, резче. Во-во-во-во-во-во, вот тут, по-моему, вот это вот. Что-то я сильно кастую такое. Куда он, паркурщик, куда полез, куда? Ой, убил. Ой, я же могу сделать это так. Ой! О! А, показалось, это машина. Чё, со мной? Так, всё. 40 секунд. Давай. Стоп, а там что за этим тоннелем? Типа, проход на куда-то там непонятно. Давай, бэк. Ой, что-то вас сильно много. Бэш. Что я там где устранить? Да ну, этого где устранить? Будет хорошо. Я сильно часто перезаряжаю. Вот. Ты поможешь винтовку. Задача зачистить тоннель. Не понял, что типа назад надо. Собираем еще. Воу! Ой, я там это планировано, наверное. Нет! Ой, щет, аптечку вижу. Вот сейчас... Что? Ты чё, багаюзер такой? Смотри. Калаш я не могу подобрать? Блин, ну несчастный. Логика. Задвижен.
Где? А, вот он сидит. Чё? Прячься. Не спрячься. Чёрт, мы еле живы остались. Вот и плевать, сколько они убьют. Выбирайся. Встретимся в центре управления. Прям да не кисом какой-то. Окей, погнали. А что он сделал? А, сейчас бум будет. Блин. Ладно, ладно. Открываем дверь. Что-то тут процесс очень медленно прошел. Очень медленно. Что тут у нас? Что? Вот. Ищем. Там какая-то вещь, которая мне будет... Что? А, мне показалось, у меня фонарик. Фух, ты что-то плохо пугаешь меня. Брак один. Стоп, вот тут... А, тут какая-то вещь. Хм. Понятно. Продам. Продам это. Только слабенький дробовик. Все? Мы прибыли? Так, что у нас осталось? Тут полный. Боеприпасы. Я не знаю, кто вы на рад вас видеть. Что-то я не посмотрел, что пожар. Блин, я не умею на Алиса ходить. Слушайте все, у нас две новости, хорошая и плохая. Заклюю нам сейчас. На помощь прибыли агенты спецотряда, но враг от нас просто так не отстанет. Нет. Ух ты ж, ё-моё, капец. А вот вам что и они прорвались, твари? Ох. Чё, самое умное? Сдохну. Капец, ооо, там босс, типа, и типа это и есть босс. А, пулемётчик. Есть дверь. Всё, тут. Босс, я ничего не нанёс. Что ты такое? Ооо, это жестко будет. А где наши? Наша еще жива. А, у нас вот этот вот последний остался. Пулеметчик. А, у него изи броня начинается с этой винтовкой. Ну да пока она стреляется, пока что. Можно, конечно, так вот сделать время. У меня броня. Жилетка. Аптечек нет, черт. Давай, настреляйся. Все, у нас стрелялся. Все, он друг. Убил. Все, идем. Да какой щит? Я же не хотел. Откуда меня так жестко ранили? Ну, допустим. Я сильно его не заметил. Я думал, это свой. Капец. Еще заново, да? Ну ладно, опыт по фарме, ничего. Лишними не будет просто. Опа. На. Блин, это... Граната убила. Блин. Почему так сложно? Расстреляйся. Расстреляйся. Я ему половину брони с этой винтовкой снес. Офигеть. Че, у меня хпшки восстановятся? А может не... Я сделаю вот так. Че он туда пойдет? Убежит обратно. Бу! Фига, он вслепую стреляет, еще жестко. Жестко. Сдохни, блин. Все, блин. Готов. Ай. Опять. Он... а что он на меня так? Что он на этих данных не реагирует? Ух ты ж, ё.
что. Что, еще один вылезет? Они дерутся. Обожаю тебя, блин. Они привели друзей. Он нас уже свалился теперь. И типа надо. Он самый лучший у меня, да? Пострел. Все, читер, ВХАИ. Агент, наши друзья поставили впереди снайпера. Будь начеку. Ну, что осталось сделать? Нам осталось сделать... А, понятно. Надо... А, их добить надо. Тут осталось-то. Да вы издеваетесь. Они не в ту сторону пошли. Хорошо, ребята. Да. Что, там можно близко так подходить? Я опасный. Опасный. Опасный, сказал. Чё? Ты на кого рамки подожди? На. На. Опасный. На, да. Сдохни. Ну как умирать ты хочешь? Вы сейчас отбьете. Ща бум. Лови. Сука, чё? Баф. А, блин, это кошка была. Ок. Ликвидируйте, говорю. Ох, ё-моё, сколько у него хп. Стреляйте, пока не лицо. Не знаю, смогу. Ой-ой-ой-ой-ой, иди нафиг, иди нафиг. Ушёл, ушёл, ушёл. О-о-о-о. Это случайно не он? По-моему, это... Ой, лут. Ой, нет. Капец он жёсткий. Пойдём. Всё, блядь. Аккуратно. У меня аптечка была, серьёзно? Убит в голову. Остался этот босс. Или это он? А, да, это он. Да блин! Фига он меня с первой плюхи вынес? Шо за говно? Он меня с первой плюхи вынес. Только не говорите, что... Спокойно, все нормально. А тут есть что-нибудь? Патрошки там. Покорошка с крошкой. Здрасте. Как у вас дела? Все нормально, да? У меня тоже. Здрасте. На свидули. Ты че, гнида, а? Ой. Сдохну. Лол, я его прикладываю, блин. На, я не знаю, конечно, как я его убил. Его даже не видел. Это было случайно. Я тут не при чем. Он сам умер. Не-не-не, это неудачная позиция. Это вообще неудачная позиция. Потому что тут не до снайпер сидит. Вот здесь как он жестко. У меня уже одна палка. И... А! Рашите тут. Куда не? Ты страшно. Меня в любой момент сейчас может. Убил, есть. Так, я всех убил. Он не могу особо так от него лазить. Читерская позиция у меня. Да какой самый в жопу чит? Лол, он меня задеть не может. Интересно, он меня отсюда попадет. Голова. Головный. Хотя в план. Хотя в план. Куда? Разбегаюсь. Финч. Финч, финч. Там скорее. А, он туда-сюда бегает. Как баг с прошлым просто. Так легко было, серьезно. Уличный магазин. Ой, я поставлю, не вижу. Да у меня и так на ней стоит, я не знаю. После этой миссии надо будет посмотреть. Ой. Эй, Вася! Не нарывайся. Патроны! Калаш, 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 калаш.
Я выполнил эту миссию. Агент, мне сообщили, что угроза ликвидирована. Я говорю тебе спасибо, и мои люди тоже. За тебя благодарит весь долбанный Нью-Йорк. Я возвращаюсь на базу, встретимся там. У меня новый уровень 8. Отлично. Если бы взорвали шлюз, мы бы лишились основного канала снабжения. Теперь Бенитос сможет вернуться на базу. Там и увидимся. Я взял типа, да. Так, у меня есть модификация на моем. Так, вот и урон. 307, это 900. Это 800, это 827, это 235, это 239, это 700. Это 307. Так, прокачаем. Можно что-нибудь поставить? Блин, на прицел можно? Оптика. Кстати, я скинул вам кое-какие интересные разведданные. Эти бандиты просто звери. Так. Клаус сказала, что уже все загрузила. Точность. Одно и то же. Только магазин. 18% емкость. Наверное, емкость, да. На емкость оставим. Так, вроде бы прокачали. А тут у нас на винтовку что есть? Новенького. Ствол, глушитель у нас один, ну и два. Точность. Нет, тогда у меня есть вот этот армейская скар. Да. Вот, вернуть. Так, магазин. Скорость перезарядки. Тут поставим. Оптика прицел, чего у нас тут? О, господи, что это было? Что за баг? Так, ну все, в принципе. Все, проверили. Да, винтовка теперь точнее стала. Вот прицел суживаться стал. Он точнее теперь. Что у нас здесь еще? Сколько там патронов? Я их перезаряжу сейчас. 37. Ладно, вот такая у нас серия получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Антрамир, и всем пока!